год подряд ТГК-1 открывает каток в губернаторском парке. И в этом году в вечернее время работает освещение, поэтому и дети, и семьи с детьми, взрослые могут приходить на каток и в вечернее время кататься и получать прекрасное настроение. Рада приветствовать вас всех здесь от имени общественной организации «Кровно молодежные инициативы». Наша организация существует с 2006 года, и за 10 лет своей деятельности мы сделали огромное количество социальных проектов. Но этот проект, пожалуй, самый любимый, самый интересный. Тем более, что в следующем году, надеемся, что мы отметим юбилей 5 лет. Рады тому, что открыли каток в губернаторском парке, и теперь каждое воскресенье здесь можно проводить активно свои выходные с 13 до 14. Мы всех ждем на нашу программу, которую готовит волонтер. Но на самом деле здесь каждый день можно кататься, поэтому всех приглашаем на каток.